До сели невиданный автомонстр бороздит поля, леса и реки Украины. Это продукт частного автомобилестроения «Бизон» и собран он отцом и сыном на зависть гигантам индустрии. Как разработать собственный внедорожник за 2 года, расскажет Александр Малышев. Бывает такое, что заходишь в тупик какой-то, когда при изготовлении, так тогда просто берешь паузу какую-то, потом режешь все и опять все начинаешь сначала. Так могут мучиться только настоящие художники. Загадочный кастом-внедорожник отца и сына Чувпилиных отдаленно похож на Dodge Ram. Но сравнивать его с аналогами бесполезно. Самодельный «Бизон» — это полный эксклюзив, хотя и создан на базе отечественной легенды — всепроходимого ГАЗ-66. Семейный подряд добавил к ней комфорта и мощности, а на споры о том, какая часть от чего, создатели отвечают честно. Ну, например, дверки, чтобы самому не изготавливать, взяты из Volkswagen B4. Задние фары, ну по мелочам. Так все остальное, капот, морда, решетка, сделано с металла. Единственное, еще бампер остался газоновский, на раме. Стекло лобовое заказывали в Запорожье. А кузов самодельный. Так что, как говорится, с миру по детали изобретателю вездеход. А проехать он может практически везде. Создавая внедорожник, думали о здоровом отдыхе на природе, рыбалке и туризме в труднодоступных районах. Да, и на воде он ведет себя почти как амфибия. У нее высота брода вот где-то вот такое расстояние. Под капотом у «Бизона» притаился тяговитый 4-литровый корейский двигатель на 137 лошадей с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Привод задний, но при необходимости легким движением переключается в полный. Расход у нее 12-15 литров на 100 километров. Колеса на подкачке, то мы немножко спускаем меньше, давление делаем, чтобы она мягче шла. «Бизон» как микроавтобус, может вместить 9 пассажиров. Здесь можно, как в мини-кинотеатре, сесть в 3 ряда и наблюдать за дорогой. Машина настолько объемная, что для пассажиров, сидящих в багажнике, есть отдельный люк для выхода на крышу. Крыша поднимается, и там стоит двухместная палатка. Машина может быть донором и для других надувных гаджетов. Здесь, значит, пневматический люк для пневматики, это для подкачки. И немного технологий для комфортного маневрирования задом. Камера еще установлена заднего хода. Такой перспективный гигант не остался незамеченным и наделал много шума на украинских автосалонах в интернете. Предлагали продать. Да, конечно, предлагают все. Предлагают, и на выставке она была, то и на выставке приходили. Предлагали. Ну, еще сначала хочется самому что-то. Александр Малышев, «Вести».